11-й отряд Федеральной противопожарной службы совместно с ротой ДПС Анапы в качестве профилактики ежеквартально проводит операцию «Маячок», проверяя таким образом, насколько водители соблюдают важнейшие правила дорожного движения. На этот раз проверка на дорогах показала, что не все водители пропускают пожарную машину с включенным маячком и сиреной. Водитель КАМАЗа не уступил дорогу пожарной машине, чем мог надолго задержать прибытие службы спасения к месту ЧП. Не все водители соблюдают правила дорожного движения, не уступают проезд пожарному автомобилю с включенными проблесковыми маячками, что негативно влияет на время прибытия пожарного автомобиля к месту пожара. Данная работа приносит определенные результаты. Мы проводили анализ, действительно, после таких рейдов водители немножечко, как-то дисциплинируются, да, на дорогах, и результаты становятся лучше. Водителям не стоит забывать, что за нарушение этого правила дорожного движения штрафные санкции составляют от 500 рублей до лишения водительских прав сроком от 1 до 3 месяцев. А сотрудники МЧС напоминают водителям-нарушителям, что пострадавшие на пожаре могут расплатиться за задержку службы спасения к месту ЧП ценой собственной жизни. Лариса Басова, Артем Зибаров, Анапа регион.